Новая традиция появилась у министерств и ведомств России. Самарская область не исключение. 8 часов в режиме онлайн. Проблемы решаются, ответы на вопросы находятся, а двери администрации открыты для всех. Это такой подарок в честь 20-летия Конституции, который в дальнейшем должен стать хорошей традицией, а в идеале образцом для ежедневной работы чиновников. Дарья Болгова тоже заглянула на прием. Такие очереди сегодня во всех ведомствах страны. Первый в истории общероссийский прием граждан. Жители приходят со своими проблемами, чтобы решить их напрямую. Уникальным шансом воспользовалась Людмила Вернигорова. Ее интересует буквально вопрос жизни. Дом аварийный, а после ремонта кровли ситуация только ухудшилась. В 2009 году сделали капитальный ремонт. К сожалению, очень некачественно. И вот с 2009 года мы с соседями ходим по инстанциям. Прошли все. И вот пришли сюда. В надежде на то, что получим помощь. Помощь получили оперативно. Специалист тут же напрямую по скайпу соединяется с министерством ЖКХ. Объясняет задачу. И вот долгожданный ответ. Вопрос здесь состоит из нескольких вопросов, собственно говоря. Я то, что относится к компетенции министерства, вам могу сказать. Значит, литер БВ запланировано проведение работ по утеплению и ремонту фасада на 2015 год. 8 часов в режиме онлайн с 12 до 20.00. Двери всех министерств и ведомств открыты для всех. Уникальный проект в честь 20-летия Российской Конституции. Администрация президента разработана информационная система, которая позволяет нам сегодня оперативно сообщаться между собой всем органам власти любого уровня. Большей частью, конечно, это вопросы, связанные с жилищными проблемами, вопросами коммунального хозяйства, социального обеспечения. Общероссийский день приема населения проводится в этом году впервые по поручению Владимира Путина. Планируется, что эта акция станет традицией, и проводить ее будут ежегодно в День Конституции. Дарья Болгова, Егор Майоров, Новости Губерния.